открытое акционерное общество «Глубокский мясокомбинат» – одно из ведущих мясоперерабатывающих предприятий республики. Специалисты крупнейшей фабрики мяса постоянно работают над расширением ассортимента. Одна из последних новинок – продукция из мяса говядины классической мясной породы «Герефорд», так называемого «мраморного мяса». Такое название деликатес получил из-за равномерно распределенных жировых прослоек в мышечных тканях молодых бычков, на срезе напоминающих природный рисунок благородного камня. В процессе приготовления на гриле или сковороде жировые прослойки тают, наполняя мясо соком, за счет чего оно приобретает неповторимую нежность и мягкость. Современные медицинские исследования показывают, что мраморное мясо действительно полезно для здоровья человека. Оно содержит вещества, препятствующие образованию холестерина, усиливает секреторную функцию пищеварительного аппарата, обладает антиканцерогенными свойствами, то есть активно способствует выведению из организма веществ, провоцирующих раковые заболевания. В мраморной говядине содержится линолевая кислота, которая снижает риск возникновения диабета, астмы и сердечно-сосудистых заболеваний, контролирует уровень ожирения и укрепляет иммунную систему человека. Мясо Герефордов – идеальный продукт для приготовления детского питания, рекомендовано людям пожилого возраста и после перенесенных операций. Преимуществ у герефордской породы достаточно. Животные хорошо акклиматизируются, быстро набирают вес, легко приспосабливаются к холодной зиме и устойчивы к болезням. Выращивание молодняка в природной среде пребывания определяет высокие вкусовые качества мяса Герефордов, а живая масса взрослых быков достигает тонны. В Витебской области промышленным разведением высокоценной мясной породы животных занимается филиал «Голубичи» открытого акционерного общества «Глубокский мясокомбинат». 5 лет назад сюда из Венгрии было завезено 26 телок, сейчас стадо герефордов насчитывает уже 386 голов, а филиал становится племенным центром по выращиванию герефордов для сельскохозяйственных предприятий западных районов области. Учитывая неоспоримое достоинство мяса, Глубокский мясокомбинат расширяет объемы переработки этого деликатеса. Из мраморной говядины на предприятии изготавливают вырезку говяжью для стейка, полуфабрикат натуральный элитный, лопаточную часть говяжью для барбекю экстра, тазобедренную часть говяжью для барбекю премиум, тазобедренную часть говяжью для стейка, полуфабрикат мясной натуральный элитный и другие продукты. Приобрести их можно как в фирменных магазинах комбината, так и в универсамах розничной торговли области. Одним словом, это лакомство для искушенных гурманов, и его непременно следует попробовать. Гастрономические качества мраморного мяса можно оценить при любых способах его приготовления. Оно сочное, вкусное и полезное, а Глубокский мясокомбинат готов удовлетворить самый взыскательный вкус, ибо мраморное мясо – это продукт здоровья и долголетия.